лучше не вникай в законы, приятель, в райделе тебя быстро раскидают по понятиям, кто ты, из какого сделан тесто, поверь, они умеют ставить на место синие номера на сером посаде. Лучше не огрызайся, а то в салон посадят, и на них нету никакой управы. Оборотни в погонах всегда правы. Мы не люди здесь, мы тут просто тени. Любого из нас могут закрыть за деньги. Пока мама из-за сына в суде плачет, очередной судья очередную взятку прячет. И не удивляйся даже, тут убийство, кражи. Взрослые бухие лазят, молодежь туда же. Тут налегке невиновного накажут, и близкие в слезах ничего не докажут. И не надо разбираться, кто тут прав. Всегда прав тот, у кого больше прав. Точнее тот, кто козырной масти, а еще точнее тот, кто стоит у власти. Тут все незаконно и несправедливо. Тебе можно все, если у тебя есть ксива. Тут жить невыносимо без богатого бати. Если есть богатый батя, то за тебя заплатят. И тут не катит, типа не хотел. Либо расчет на месте, либо в райдел. Они все вроде против коррупции, но протоколы продаются как продукция. С другой стороны, ребята молодцы, сразу две профессии. Милиционеры, продавцы. Жалко, что цены дорогие, не въебаться. Хотя, в принципе, можно и поторговаться. Это позор для страны нашей, такого позора. Среди них процентов 40, остальные 60 порядочные дяди. Но за пару тысяч продадутся как бляди. Это не люди, по-моему, это помои, у которых раскусили жалкую натуру. Их пальцем тронь, а не сразу снимать побои. И на утро заявление в прокуратуру. Хотя у милиции безобидные лица, но оборотни в погонах умеют не палиться. Они зверями становятся не по ночам, а тогда, когда погоны на плечах. Это пока для них погоны как иконы, помогают с деньгами и во всем. Ну когда-нибудь за грехи догонят, и тогда припомнится абсолютно все. Это пока для них погоны как иконы, помогают с деньгами и во всем. Ну когда-нибудь за грехи догонят, и тогда припомнится абсолютно все. Абсолютно все.